Данная информация содержится в ответе городского управления архитектуры на официальный запрос. Кроме того, говорится об отсутствии документа об инженерных изысканиях. Не предусмотрено размещение парковочных мест, а речь идет о строительстве двухэтажного здания под коммерческие нужды. Если работы возобновятся, то их будут вести с задействованием территории общего пользования, что противоречит градостроительному кодексу. Кроме того, это центр города, историческое место, поэтому необходимо согласование с краевыми властями. Жалобы по поводу строительства обратились местные жители. Помимо того, что, по их мнению, в центре и так избыток предприятий торговли и общепита, значительно сокращается площадь автобусной остановки. Мы, конечно, совет города поддерживаем полностью главу в том, что действительно нужно прекращать застройку такую угловую, которая действительно портит город. И хотелось бы, конечно, чтобы позицию и главы, и совета услышали. Мы, возможно, там проработаем еще ситуацию на правовом комитете в поддержку администрации.